Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор сюрпризов от Сбабам с новой коллекцией по известному мультсериалу Лео и Тик. Откроем с вами 8 пакетиков и заценим игрушки. А чтобы ничего не пропустить на канале, скорее подписывайся и жми на колокольчик. На обложечке пакетиков изображены неразлучные друзья Лео, Тик, Куба и Яра. Или Ридьяра. Вот она вся коллекция. Есть игрушка со способностью. Это Лео. Он должен светиться в темноте. Надеюсь, он тут у нас будет. Но если у нас 8 пакетиков, вроде бы на ощупь все тут должны быть игрушки разные. И мы должны с вами сегодня заценить всю коллекцию. Есть повторяющиеся, но они разные. 2 Лео и 2 Тига. Начнем. Кто первый? О, нам кабанчик Куба. Папа, ой, какой классный. Божечки, какие. Коллекция обещает быть вообще зачетной. Какой у него чуб шикарный. Пятачок и бивни вообще классный. На попке сидит. И большой такой. Даже шерстка, гляньте, текстурно сделана. Классный. Би-би. Вкладыш. Ой, гляньте, листочком вкладыш сделан. Оригинально. А если его разложить, то будет в виде бабочки. Вот он. Так, тут сюда тебя посадим. Какая классная коллекция. Аж настроение сразу поднялось. Здесь кто-то у нас там маленький. Яра нам попалась. Ой, тоже прям такая, прям девочка-девочка. Такая фигурка высокая на подставке. Тоже так все прокрашено у нее, моська. Она вообще рысь. Вроде бы. Немножко замялась в пакетике. А вы знали, что все персонажи из этого мультика занесены в Красную книгу? Вот так вот. Нам попался Тик. Вот такой вот он. Нам тут с улыбкой он попался. Такой вот он. Упитанный. Но он, скорее всего, не упитанный, а такой накачанный. Он же все-таки тигр. Хотя он еще не тигр. Он тигренок. Амурский тигренок. Следующий пакетик. О, тут кто-то прям огромный. Я думаю, мы все догадываемся, кто там будет. Кто у нас самый большой из всех персонажей? Вот какой он! Я просто в шоке, правда, от этих игрушек. Он просто нереально суперский. Это гималайский медведь Мапа Пандига. Вот у него такая тут коряга уже почти зацвела, проросла в его лапки. Его здесь сделали такую ему сине-черную шерстку. Это, наверное, как эффект, знаете, такой черный цвет, аж синевой. Классный вообще, посмотрите, какой он здоровый. Огромная фигурка. Не мега качественная.
повторюсь, он тоже занесен в Красную книгу. Здесь у нас кто? О! Нам еще один попался. Тик. Вот он такой теперь. Поменьше он тут явно, смотрите. Схуднул чуть-чуть. Здесь помладше, тут постарше. Или наоборот. Ну тоже качественная фигурка. Три пакетика у нас осталось, и трех персонажей нам и не хватает. О! Нам Лео попался наконец-таки. Можно, конечно, смотреть, но тут на русском не написано. Вот такой вот он здесь. Поэтому я вкладыши не раскрываю. Не падай. Вот такой вот он. Ой, какой он хороший тоже. Леопардик. Он дальневосточный леопард. Представляете, он вообще на грани полного исчезновения. Вот так вот, да. Но благодаря усилиям государства и работе природных организаций популяция данной особи выросла почти в 3 раза. Так вот. Их было в России около 35, а сейчас 121 особь. Представляете, насколько увеличили? Ну, какие молодцы. Следующий нам тоже, а вот он-то и светится. Немножко другой он. На ощупь отличается. Пошершавее, я бы так сказала. Классно. Ой, мне так нравится, прям не устану повторять. Вот так вот. Ставим его здесь. И последнего, кого нам не хватает? Еще одного куба. Вот такой куба. Такой голос интересный у него. Получился. Как будто бы куда-то он заглядывает, стоит так интересно. Да, суперская коллекция. Вот такая шикарная коллекция от Баба. Персонажи по мультфильму «Лео и Тик» у нас собралась. Я повторюсь, в восторге от качества игрушек. А тебе как? Напиши свое мнение в комментариях. Если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!